Пенсионная система Украины финансово неустойчива, не соответствует современным требованиям и нуждается в срочном реформировании. Об этом заявил глава миссии МВФ в Украине Рон Ван Раден в статье для одного из украинских изданий. По мнению Радена, одной из главных проблем пенсионной системы является невысокий пенсионный возраст и возможность досрочного выхода на отдых. Глава представительства МВФ в Украине добавил, это привело к тому, что в стране около трети населения – пенсионерам. Раден также подчеркнул, увеличить поступление в пенсионный фонд можно с помощью ограничения досрочного выхода на пенсию и дальнейшего увеличения пенсионного возраста.